Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Кофи и Клейнс, и мы продолжаем играть на ставочках. О, всем приветище, я очень надеюсь, что у меня сегодня, может быть, не получится ни в коем случае выиграть на лоу коэффициенте, как я делал это раньше, при сайте. Ребят, просто понимаете, после того, как вот после предыдущего ролика по ставкам, после того, как мы с Пашей выиграли просто неевомерные просто деньги, там, по-моему, 67 тысяч рублей, да, там куча ножей, у нас просто сейчас появилась огромная мания на эти ставки, мы сейчас просто ими, не знаю, у нас появился реально огромный азарт на них, потому что мы сейчас только за, чтобы ставить. Знаете, сейчас времени, вот по Москве сейчас где-то часа сколько? Ну вот 12 часов ночи, как бы, и мне Coffee White звонит и говорит, хватит. Я ему говорю, я спать хочу, он говорит, мне насрать. Вот, ребят, то есть сами понимаете то, что вот когда мы выиграли 67 тысяч, я просто понял, знаете, вот мне вот ставки, они какой-то дали еще опять же тот же самый азарт, которого я уже просто давно отвык. Вот, соответственно... Да ладно! Глок градиент поставил, чувак, прикинь! 20 тысяч, 20 тысяч. Я в первый раз... Я в первый раз, Паша, вижу его на ставках. Офигеть, что здесь ставят? А что за... Это что за... Наклейка за 4500 рублей, нож за 12 тысяч. И просто посмотри. Что за наклейка? НИП, который. Давай посмотрим, кто выиграет. Если Паша, мы выиграем сегодня с тобой, я просто буду играть, какие мы с тобой счастливчики. Но этого 100% не произойдет в этой игре. Я тоже так думаю, ты че хуй. Выигрывает пони, который поставил, то есть нож. Прикинь, как подпротивил чуваку. Парень просто просрал градиентов. Глок градиент! Вообще, ребята, жесть! Я его никогда не видел. Ну вот я видел, что с ним там один чувак бегает. Ютуберы, все. Вот, я реально, я тоже, Паша, понимаешь, я никогда не видел вот эти, получается, скины вообще, ну, именно Глок. Не то, чтобы вообще, в принципе, вообще, даже вообще никогда не видел. Я знал, что он как бы просто существует, да? А то, что как бы его видел хоть с кем-то, нет. Такого у меня не было ни разу. Даже роликов на Ютубе, по-моему, с ним не видел, прикинь? Вообще жесть. Ну, ребята, видите, как... Я говорю, я видел одного чувака. Че, давай еще разок. Так, ну смотри, тут чувак, я уже просто, Паша, заливаю свою ставку, я пока что заливаю 400 рублей, но я, конечно, ребята, еще залью, естественно, в эту игру. Чувак поставил, да, вижу, АВП, Хайпербист, вот, но... Ой, конечно, хотелось бы тоже что-нибудь такое выиграть сегодня, ребята, но посмотрим. Даже, может быть, сегодня ножик мы поставим. Че, 7%? У тебя 7, у меня 14, смотри, ну видишь, как бы... Ну подожди, сейчас еще просто видишь, ставка не такая большая, вот. Еще не вечер. Да, как говорится, еще не вечер, потому что сейчас, ребята, залетят все ставочки. Прошло только пока что 1.5 минуты, и уже, заметьте, банк уже, ну там, 2500 рублей, да? Вот, и... Хайпербист, короче, извини, что перебью, Хайпербист у меня есть, короче, закаленка, и его все равно ни на CSGO TM нигде не продать, поэтому я думаю, что ее можно поставить. Ну, в принципе, да, почему бы нет, то есть, ребята, я вот сейчас просто смотрю историю игры, как вы видите, здесь дофигища все выигрыши просто, 40, 30, 20, 30, 20, то есть очень большие куши, вот, поэтому сейчас мы будем пробовать, естественно, тем более у нас, как мне кажется, есть шансы, да, как бы на эту Пашу победу. Слушай, вот. Хорошо, что у меня ник, да и тут старый, а то он... я понял, о чем надо ты говоришь. Надо его поменять прямо сейчас, чтобы никто не спалил. Так, слушай, Паш, я, наверное, сейчас тоже поставлю. О, так, смотри, чувак, который поставил, который просрал в предыдущей игре Glow Gradient, поставил, смотри, что-то там P2000, по-моему, КРТСР после полевых испытаний, ЕЛП КРТСР. Чувак еще поставил СРХ прямо с завода, я еще поставил. Ну, ребята, боремся как бы с Пашей за победу, потому что это реально выиграть, вот, и надеюсь, как бы видите, сейчас у нас понятно. О, понятно. Это, реальный, кстати, тот... шанс победить. Если он сейчас этот нож проиграет, я буду, ребята, над ним смеяться. И потому что он проиграет не только Glow Gradient, но еще проиграет нож за 19 тысяч. Я уже в эту игру ничего не буду ставить, здесь уже просто бессмысленно что-то ставить, ребят. У чувака шанс 0.72, ты прикинь, если он сейчас выиграет, это дохник. А, это возможно. Нет, это данхик какой-то. Вот на этом сайте это реально возможно, ребят, потому что я здесь выиграл с шансом 0.60. Если просто. Я выиграю, то я жопа без говна без жопы. Ну, по-моему, этого не произойдет, потому что, ну, здесь реально, здесь слишком... Моя фотка пролетает, еще раз, ой, два раза уже фотка моя пролетает. Блин, так рядом! Так рядом! И выиграл чувак здесь! Прикинь, он опять нож проиграл! Прикинь! Да, у этого чувака совсем все плохо идет. Пипец! Вот, ребят, каково бы вам было, если бы вы проиграли только что, за, не знаю, за 5 минут 40 тысяч рублей! Я бы удалил группу. Офигеть, бро!
просто. То есть он сначала проиграл Глокардиан, он потом проиграл нож, бабочка, убийство за 20 кусков. Я просто не знаю, реально, я просто в шоке. Блин, он всрал уже двух этих чуваков, которые на заводе вкалывают уже. Такое. А давай посмотрим, мне просто интересно вообще, то ли у него профиль такой богатый, то ли я не знаю, то ли он последние вещи свои ставит. Давай, да, по истории игроков. А, ну сумма банков 6,5 миллионов, слушай, ну понятно. Тут, ну понятно, давай я хочу просто проверить его Steam, хочу посмотреть. Так, ВАК у него тут даже есть один, я хочу просто посмотреть, что у него по инвентарю. 997 предметов. Слушай, не, Паш, у него инвентарь богатый. Богатый. Тут вещей просто пипец. И все офигенные, типа, да, вещи? Ну, тут как бы кейсов много, причем очень-очень много. Причем дофига как-то. Сейчас очень много. Посмотрите, у него, кстати, не такой же богатый, на самом деле, инвентарь. У него просто... У него хоть и 997 предметов, но у него просто как бы это... Может, это босс какого-нибудь сайта? Нет, у него просто кейсов много, как бы, вот. Так, ну, тем не менее, ребята, мы продолжаем играть на ставках. Я закинул пока что 390 рублей. Вот, там еще какой-то чувак что-то поставил немножко, вот. Сейчас еще попробуем что-нибудь поставить такое. В принципе, вещи как бы еще есть. Можем себе поставим. Это позволить. Так, поставим вот так. А где мои вещи? Может, ты не подтвердил просто? Да нет, почему я подтвердил уже? Так, должны были, значит, залететь, по идее. Попробуем. Мне написано нечего подтверждать, ну ладно, я еще раз попробую. Странно. Странно как-то так. Но я вот сейчас тоже отсылаю, ребята, обменчик. Так. Все, принимаем, отправляем. Все. Супер. Так, вот еще закидываю почти. Ну, 400 рублей, короче, ребят, закинул. Так, чувак поставил карточку у нас с карточки на сумму 1800 рублей. Опять этот чувак заливает, смотри, свою наклейку за 4,5 куска. А что это вообще за наклейка? Так это старая, она 2014 года. А, офигеть, прикинь. То есть, вот прикинь, каково тем людям, которые покупали тогда эти наклейки, когда они там стоили еще рублей 60, да? Или сколько они там стоили, я не знаю. И сейчас, когда они выросли в цене, вот в разы просто. Жесть. Ладно, остается у нас 10 секунд до начала игры. В принципе, у нас шансы как бы, ну, не знаю, 10%. Вот, Паш, смотри, ты успеваешь заливаться? Ну, у меня написано, ваш депозит обрабатывается. Ну, я, мне кажется... Оп. О, нифига, косарь! Слушай, мне вот прикольно. А что, сумма банка 10 тысяч, ну, неплохо. Ну, так, у нас с тобой 20% на победу, смотри-ка. Блин, он дрёт, дождить! В одной картиночке от тебя, ты прикинь. Да, 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 уже второй раз подряд такой, ребята. Я просто в шоке. А какой, подожди, мне интересно было, какой вот победный билет? Победный билет, это был 3098. Ты прикинь! Если бы я... Нет, мне кажется, все равно. Не-не-не, ребят, не-не-не. Все, блин, ну... Чувак просто, ну, короче, понятно, так, понятно, понятно. Ну, блин, что-то не фартит сегодня, ребята, на ставках, обычно вот... Ой, слышишь. Сойди в историю игр, срочно. Сейчас, я поставлю, так, и что там в истории игр-то? Так, история игр, так. Там чувак, видишь, вид, сразу в 10% да. Подруг играл, у него ошибка отправки. Не, ну это, ребят, как бы ошибка отправки, там просто, у меня тоже было такое, просто потом пишешь как бы в поддержку и все. Либо там через просто пару минут этот трейд приходит, то есть не сразу, да, либо ты просто в поддержку пишешь, как бы отправляешь номер игры, как бы все, у меня такое было. Вот, обидно было бы, если честно. Да не. Было обидно, когда у тебя было, вот в начале, вот помню, когда только вышло обновление, это на телефон, да, где вот аутентификация эту новую добавили. Вот тогда, когда ты выигрывал, и у тебя бан трейда. Вот, тогда было обидно реально, потому что я не знаю, что происходило с теми скинами. Вот, смотри, ребят. Чё, ты еще что-то поставить решил? Да. Ооо, револьвер, градиент, нифига себе. Да он убого выглядит, если честно, или что-то вообще. Я его, считай, тоже вывел, но, к сожалению, все довольно было плачевно с ним. Так, я вот не знаю, ребят, я, в принципе, поставил бы сегодня ножик еще, да, но пока что я вот не знаю, в эту игру стоит, пока не вижу, что стоило бы его нож заливать сюда, да, потому что... Да не, сейчас я пока что не хочу. Знаешь, какой у меня предмет в инвентаре? Ага. Попытайся угадать с двух раз. 28? Нет. На сколько? Один? Да. О, угадал со второго раза. Отлично. Нормас. Мне, короче, ХВП бах только остался там, 1500 стоит. Да? Ну, и а что ты его не ставишь? А что ты его не ставишь? Не, ну я, конечно, могу. Сейчас... Не, ну как бы по твоему желанию, как бы, хочешь, нифига себе, калаш-то огненный змей подорожал в цене, 16 тысяч стоит. Офигеть. Что за огненный змей? Огненный змей, да. Короче, мой... я ставлю авик.
Так, я, наверное, еще поставлю сейчас Дигл, и еще хочу чего-нибудь поставить. Блин, ребят, конечно, когда у тебя есть в инвентаре дорогие пушки, хочется, конечно, ставить дорогое. Но с другой стороны, жалко тоже, как бы, да? Давайте я, наверное, еще поставлю. Нет, я могу хайпер. Вот спираль поставлю золотую. Вот ее. Я все равно с падением Макара бегаю, поэтому, ребята, так. В принципе, хотя нет, знаешь, Паш, я в эту игру пока что не буду ставить, я поставлю в следующую игру. Вот. Ну здесь просто как бы тут в основном весь твой куш должен быть, по идее, потому что ты должен здесь выигрывать. Но ну, здесь боже, чувак еще поставил хорошо АВП этот, и ну не знаю. А, хотя, слушай, надо было, наверное, сюда вливаться, но уже ладно. Да ты уже не успеешь, вот там Декстер. Ну уже реально, я просто, да, уже просто, понимаешь, не успеваю сюда залиться, ребят. Ну да ладно, просто сейчас, сейчас наверное... Сейчас или я выиграю, или этот пацан, знаешь. Если ты выиграешь, Паша, это будет круто. Это будет очень круто. Ну я поделюсь с тобой скинами. О, спасибо, спасибо, спасибо. Ну. Выигрывает чисто чувак, который поставил после тебя, прикинь. Ну я знаю, да, так. Ой. Прикольно. У меня все, у меня пустой инфу. Так, ну я поставил, смотри, я поставил 1600 рублей. Вот, ребят, поэтому, ну сегодня, как бы видите, очень, на самом деле, уже много скинов просрали мы, но надеюсь, что повезет нам, потому что, ну, хочется выиграть, понимаете, хочется. Сейчас, если кто-то будет по-жесткому заливаться, то я, наверное, еще и нож закину, фальш, он северный лес, потому что он мне не нужен, и я с ним вообще не играю. Вот, как бы, ну, я выиграл вот в прошлый раз, и как бы все. Вот, поэтому давайте посмотрим, так. Ну, что ты вообще, смотри, Паша, что-то никто не хочет наиграть, я не знаю. О, вот. Уфе, ты больной. Залился. О, чё, да что это такое? Не знаю, что. Коробка там с подарком. А что там внутри от этого подарка-то? Да там ничего нету. Это есть какой-нибудь там, я не знаю, или что? Вообще. Уфе, в хите. Как-то это странновато. Ну, ребят, все. Я вам отвечаю. Всё. Это последняя ставка на сегодня. Азарт это, конечно, круто, но нужно знать меру. Вот, если уж все вообще не везет, не везет, не везет, то уж забить и не пробовать. Вот, поэтому, если так сейчас не повезет, то мы просто забьем на это и все. А если повезет, то все равно забьем на это и все. Да, вот. Лучше это самый такой нормальный ход. Вот я сейчас херней сейчас буду заниматься. Какой? Я чувствую, там Паша что-то, ребята, жестко заливает, как всегда, потому что когда нет, он так у меня, говорит... У меня пустой. А тогда что ты хочешь сделать-то? Сколько там таймер? Минута? Остается у нас минута. А что ты хочешь сделать-то, скажи? Да ничего хорошего. Ну а что, да что ты там ставишь-то, скажи? Ну сейчас ты увидишь. Да блин, ну что за интрига, давай рассказывай. Ну что это такое начинается, ну расскажи, а? Че ты вот, как я не знаю кто. Ну ладно, я поставлю ножик, ребята, ставим лайк за это. Ладно, давайте, ребят, реально поставим лайк, потому что нож мы как бы очень редко... Понятно. Карточка, серьезно? Карточка? И это все? Да. Понятно, все с вами. Павел Юрьевич, понятно все с вами. Так, ребята. Нифига, смотри, тут так-то вообще такие дорогие скины взлетают. Я что-то даже, наверное, пожалел то, что я сейчас нож сюда закинул. Ну ладно, ребята. Рискуем, да, так рискуем. Сейчас, я сейчас сотоплю на изи, ты что? Кстати, почему-то мой нож... О, вот, только сейчас я вот только начал обрабатываться. Все. Ребята, просто рискуем сегодня. Конечно, жесть. 8, ну, надеюсь. 7, 20%. 6, ну, вместе с 5, Пашей, да, 20%. 7, 2. 2. 1. 1. Пожалуйста, 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 давай. Ну давай, 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 пожалуйста, 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 давай. Так, блин, ну... Я так и знал, что выиграть здесь большой коэффициент. Я так и знал. Короче, ладно, ребят, мы не расстраиваемся. Мы ни в коем случае не расстраиваемся. С кем не бывает. Проиграли, так проиграли. Вон чувак вообще до нас 40 тысяч проиграл, поэтому с кем не бывает. Вот. Ну, а на этом мы заканчиваем тогда сегодняшнее видео. С вами был всегда Кофе и Квен. Ставь лайк и, конечно же, подписывайся на канал. Ну и оставляйте только положительные комментарии. А еще с нами был мой инвентарь, которого больше с нами нет. Ну и что, скоро придет другой. Ну ладно, все, пока. Всем, ребята, пока-пока.